Всем привет, с вами Балканский бомж. Так как наша оператор по совместительству монтажер еще не завершила монтаж нашего первого видео, то вместо него, наверное, вот этот короткий ролик выйдет сперва. Расскажу вам о последних новостях моей жизни. Уже прошло практически 3 недели, как я улетел с горы. Нога моя лучше, хотя рана до сих пор не зажила. Швы до сих пор не сняты. Да. Ходить до сих пор не могу, на костылях доскакать даже до автобусной остановки тоже до сих пор не могу. Поэтому пока вот живу в гостях. В Белграде прекрасная погода. На прошлой неделе было жарко, вчера было 39, но сегодня похолодало, всего лишь плюс 30. Вот. Такие дела. Я живу в гостях у прекрасных людей, они мне очень сильно помогают. Поэтому пока что проблем нет. Но надеюсь, что скоро, через пару месяцев, я начну скакать по-прежнему, вернусь на улицу, и у нас будет прекрасный контент с улиц Белграда, Сараева, да, и прочих балканских городов. Я надеюсь, не только балканских, но мы посмотрим. Вот.